смысле? В форте Уильям Генри. Его вот-вот возьмут. Всем привет, с вами Феврани, с вами продолжаю прохождение Assassin's Creed Rogue. Извини за бутылку, капитан. Представляешь, с тех пор, как мы встретились, прошел год. Целый год. Нихуя себе, время летит. Все к лучшему. Надеюсь, ты простишь, что я начал праздновать без тебя. Целый год. Гист. Блять. Скажи мне вот. Давно ты узнал о том, с кем я имел... А, ты про соседа. Здравствуйте. Я 100 лет назад узнал, что ты. Я, может, пьяный, но не слепой же. Думаешь, я не видел, ты бежал от какой-то кровавой истории? Ну давай, давай, постреляемся, давай. Пошел нахер. Так полковник просил не трогать эту тему, чтобы, как сказать, ты мог сделать выбор сам. Ты спас мне жизнь, наплевав на осторожность, и сделал еще кучу всего. Будь у меня такое право, я бы сделал тебя тамплиером давным-давно. А кто может сделать? Монро говорил про магистра. О, да. Великий магистр в колонии. Вы и паладин. Его отец был ассасином. Тогда нам будет о чем поговорить. Есть новости из форта Уильям Генри? Гарнизон окружен. Подкрепления так и нет. Но генерал Монкальм освободил путь через колонии для короля Людовика. Сидел бы дома со своей женщиной. Он... или король? Оба. Но король, пожалуй, в этом удачливее. Да уж, слышал. Мадам О'Мёрфи роскошная же. О'Мёрфи? Любовница короля? Что ты мне голову морочишь? Блять, когда ж вы жены пиздитесь-то, а? Ё... А! Нахер я тут мозга отъебу. Ой, когда здесь может по бырику. Отдать гроты! По ветру! Отдать гроты! Ловим ветер! Паруса отдать! Круче к ветру! Отдать Марселяевам, Брамселяев! Да, ну вот, кстати, вот эти события у нас, по-моему, протекают между... Сюда мне нужно, да? Между... третьей... Ну, короче, в течение третьей части, когда Хейтем уже был в колониях, а маленький Конор еще рос. Ну, то есть там, наверное, этот Кисигаваси его забеременел, там туды-сюды. Ну, то есть пока что тамплиеры устанавливали власть. Ну, собственно, чем мы и будем знаем. Нас потом сейчас в ордер примут и т.д. и т.п. Бля, надо саблю нормальную купить. Пистолет хер с ними, хотя бы тоже какие-нибудь нормальные не помешали бы. А вот саблю надо, а то что-то как-то... с какой-то залупнёй бегаю. Паруса! Ёпта мать, еще два км. Переместиться... Ага, сюда нельзя. Так, а хотя бы быть как? Так, вот здесь сейчас поворачиваем и в другую эту херовину. Впереди скала! А хер с ней. Блин. Ну, еще что-ли поговорить? Йо-йо, Дэнди. Бля, есть три песни? Ну, в принципе, мне их хватает, довольно классные. Ривервелли. Не знаю, нравится мне здесь. Вот я в прошлой серии восхищался и по-прежнему продолжаю. Прям кругом какие-то деревушки, грузы в воздухе летают. Вот. Растительность густая, не пальмовая. Не, пальмовая тоже, конечно, красиво.
Но вот это как-то оно прям свое что-то такое имеет. Ну, лично для меня, не знаю, каждому свое. Сколько людей, столько мнений и столько вкусов. Так, что-то, блядь, опять подглючивает. Странник Море Рошо. Феррера Роше. Посетить 15 областей. Как нихер делать? Ну, это шашлыки жарит. Отлично. Шей. Как я рад тебя видеть. Джек. Полковник Монро сдался генералу Манкальму. Французы и Абнаки взяли Форт Генри. Джонсон должен был привести подкрепление. Но я тут никого не вижу. Абнаки повсюду. Ни правила капитуляции, ни слова Манкальма им не указ. Утром полковника и его людей отпустили, но их уже ждет засада. Жди тут. Вдруг появится Джонсон. Я защищу Монро. Спасибо. Да обращайся, братан. Может, я наконец смогу вернуть ему долг. Только бы успеть. Так, тут, по-моему, ассасинчики кругом. Особенно судя вот по этому шепоту. По-любому в кустах сидит. Точно. А ну вылезай, ёпта. А чё я патрон забрать не могу? Ой, ёп. Хоть мне ножи кидать. Ох, красиво, я залез. Получи! Умрите, сволочи! Отлично. А полковник ты где? А, ой, увидел. Это последний. Мастер Корбан? Нам надо спешить. Нужно собрать ваших людей на Морриган. С радостью, капитан Корбан. Все за мной. В безопасное место. Я что-то помню, могу вот эту миссию что вызывала у меня Генри. Плохая сложности. Подготовка, невезение. Все было на руку Монкальму. Мерзавец. Он поступил весьма благородно. Его условия оказались не так суровы, как мы предполагали. Мы сохранили оружие и даже мундиры. И попали в ловушку. Я бы не рассчитывал на помощь французам. А вы? И я тоже. Вы снова доказали преданность тамплиерам, мастер Кормак. Вы рискнули жизнью. Сейчас мы все рискуем, полковник. А насчет преданности? Разве я не ваш должник? Вы спасли меня. Дали второй шанс. Вот уже год мы ведем дела вместе. Все это время ваша помощь была бесценна. Если вы чувствовали себя должником, долг вы давно погасили. Возможно. О, понеслась. Кисигавася. Ты жив? В атаку! В укрытие! Чё, мне Косигавасю убить? Держаться вместе! Нет. Я сделаю все, что смогу. Продолжайте идти. Идите, я проверю, все ли спокойно впереди. Мудрое решение.
Прикажу людям немного замедлить ход. Мне кажется, сейчас его догнать надо будет. Не знаю почему, но прям вот интуиция. Иначе что у меня вызывало сложности в этой миссии? А, или это я, может, на соточку проходил? Оставаясь незамеченным. Так, одного сзади пропустили. А как мне к нему залезть? Как туда залезть? Ладно. Тут зачистим пока здесь. Опа, промазал. Так, от этого тоже ружье осталось? Ага. Может быть, оно и осталось. А, ну вон оно лежит, да. О! От вот этого есть. Бля, не вижу ни хера. Кого пиздануть можно? Вот сука. А? Здравствуйте. Отлично. Да ружье возьми, придурочный. Молодец. Your death is upon thee. Быстрей, с Кесигаваси штуку кофе. Кесигаваси? Вы его знаете, мастер Форд? Да, полковник. Он человек Ахиллеса. Ассасин. Я знал его. Узнали, что я тамплиер, значит. А еще он узнал, что вы живы. И заодно с вами. Это ведь очевидно. Скоро они пошлют кого-то за мной. Как и за вами. Кисихавася. Мы ведь в ловушке, так? Да, мастер Кормак. Но выбора нет. Французы нас не убили, не убьют и теперь. Ах ты ж, сучоныш. Стоять! Чё надо-то? А, просто добежать. Просто добежать херня. За мной! Поднять паруса! Выполнять команду! Поднять паруса! Живее! Живее! Живей! Уа!
Есть. Поуебло кисихавасер скрешили. Теперь я ваш должник, мастер Кормак. А я ваш полковник. Столько надо обсудить. Но я должен быть рядом с войсками. Сэр, я сопровожу вас к фактории Джонсона в Анакуаге. Что ж, тогда отплываем, мастер Кормак. До встречи. Что-то я новый хер с ним. Так. Сейчас чё? Чё, куда, кого? Бля, лишь бы не в Атлантику. Нет, слава богу, нет. А я-то где сейчас? Бля, что ты с этой стороны, что форт, что с этой стороны форт? Надать скорости! Так, а я так и не понял, где я нахожусь. А, все понял. Поинт-то. Да, тут, по-моему, одинаково. Хотя, мне кажется, через верх будет побыстрее. Получше ничего нет? Так, что тут, форт? Да, форт. Мне кажется, я сейчас пустоту разрядил. Ох ты. Чё, это абордаж? Ну, мне же легче. Да хватит взрывать. А, они все целиком на окно залезли. Пиздец. Даже я что-то такого не ожидал. Еще загрузки какие-то долгие. Чтоб каждый парус наполнился ветром. А, так я и форт зато миновал. Ну, мне же на руку. А, бочки, кстати, есть. Чего? Ни хера не понял. Не перестаю наслаждаться. Особенно вот этими ёбаными фризами. Да. Ну, кстати, я не помню, чего тут за миссия. За бортом добыча, сэр! Погода не к черту, сэр! Меньше ход! Отдать якорь! Ну, что такое?
Бля, по-моему, не зря нажал. А, не зря. Это просто на корабль вернулся, понято. Понято. А вон то, наверное, переправу на другой берег. Ну, тут хату строит, походу. Что там, доспех и меч? Полковник, похоже, от вас ничего не скроешь. Вы были в ужасном состоянии, когда вас нашли. Конечно, я не знал, кто вы. Но в чем дело, было понятно. Я велел Финниганам помочь. Их сын был в нашем ордене. Мастер Джонсон был вне себя. Да, я рисковал. Но верил, что ваши пути с братством разошлись. Полковник, манускрипт. Вы вернули его? Конечно, мастер Кормак. Ведь я доверяю вам. Манускрипт в надежных руках. Благодарю вас, сэр. Но так будет безопаснее. Джентльмены, Кисигава Аси хочет атаковать Олбани. Деревня Анейда в большой опасности. Французские отряды уже вторглись на наши земли. Попробую задержать французов и помочь Анейда. Я подготовлю Олбани. Если мы хотим победить Кисигавасе, нужно будет помочь Анейда и решить проблему с французами. Наберите немцев, найдите войска британской армии. И где мне все это делать? Что-то мне подсказывает, здесь на корабль можно не садиться. Наверное, попробуем через вот эту вот фигню. Через паромщика. Прочитаешь, а ты тянешь, что ли? На ровном месте прыгаем. Я говорю, что эта часть какая-то боговная, по-моему. Я ее не так часто проходил. По-моему, один или два раза всего лишь. И как-то сильно не... О, какая тут красота. Помогить британцам. Come on, men. Can't last forever. Blood and ice. That is all. Так, нам надо убить капитана и... Танк. Так, и срезать флаг. Сука. Интересно, а как срезать флаг, если там боевка идет? Обычно такие действия нельзя делать, когда ты не инкогнито. Ладно, сейчас разберемся. Ну, а я о чем? Стрип.
lost many brothers. Many died today. Let us all know. Moose! Fortunately, there was a bloody battle, but we have succeeded. Так, с этими разобрались. А вон туда как попасть, вопрос? А, ну судя по кораблю, это мое. Судя вот по тому парому, можно, наверное, на нем. Или нет? А, ну да, туда. Если, короче, между тремя этими точками, походу, можно переправляться. Не туда нажал. Жизнь, боль. Будем туда-сюда кататься, чего нет? По ночной реке. Романтика. Только интересно, а нахер мне в деревню у индейцев? Что-то вот этого момента не помню. Красота. Спасите жителей деревни. А, ну что-то похоже было в Black Flag, да. Быть на чеку. А, это газовая. Ну, газовый хер с ней. You there, stop now. Как можно пробраться в пещеру? Эй, сука. А, вот эту пещерку я помню, да. Ну, мне когда-то дело заняться нечем было, я помню, собирал всякие вот эти нишечки. Сейчас, конечно, я этим заниматься не буду. Молясь Воламину. Да как вы заебали их убивать, а? Так, еще четырех надо, да? О, то, что нужно. Отдохни. Найдите всех! Спасибо.
О, мне кажется, это бабка. Родом Хагрид, там Родом Хагрид был. Меня зовут Шейд Патрик Кормак, и... И я ваш друг. Поистине так. Мои люди благодарны тебе, Шейд Патрик Кормак. Пока ты меришь эту землю шагами, мы всегда будем рады тебе. Спасибо. Позволь мне благодарить тебя. Не согласишься ли пойти со мной? Да с тобой, бабусь, хоть на край света. Меня зовут Аната. У нашего рода есть легенда. В ней говорится, это как появилась классно. Земля. И как на нее пришло добро и зло. Дочь неба спустилась к нам и озарила мудростью. Следуй ее пути, и ты узнаешь историю нашего народа. А может, даже найдешь сокровище, спрятанное в этой пещере. Ведь ты истинный герой. Для меня это большая честь. Это большая честь и для нас, Шейд Патрик Кормак. Прощай. Ни хера там надо, блин. Да, ну тут, короче, типа этих. Реликвия. Какая-то броня. Что-то типа той же, что и была в Black Flag. Какая там пуля отражала. Здесь, по-моему, наподобие. Так, а сейчас нам куда? Давайте к быстреньким. Самому плыть не очень хочется. Тут еще какие-то эти есть доспехи викингов или первых тамплиеров, а по-моему и то и другое. Точно так же надо сбором заниматься. Ну, мне было минус сбором заниматься. Вот во второй в братстве было интересненько, где там дополнительные миссии были. А тут такое. И что-то подобное, мне кажется, нас будет ждать и во всех последующих. Хотя не знаю, на самом деле, какой артефакт мы будем можем искать, например, в Синдикате. Ну ладно, в Синдикат я не играл. Это у нас с вами все впереди. Боже, правый! Что произошло? Кисигавааси. Мы опоздали. Нет. Рядом Форт Фредерик. Его обороняет полковник. Вышли капитана! Вперед! Чё-то твой парусов спиздил кто-то. Поймаем ветер! Отдать все! Вперед! Не, на месте. Не вмешивайтесь в сражение. Нахер мы тогда плывем? Убавить паруса! От бури! Впереди корабль есть. Жалко, нельзя старпом самому выбирать. Я какую-нибудь бабёху выбрал. Энбанник, например. Хотя она уже, наверное, померла в этот момент, ну да ладно. Или бабка. А, нам надо не вмешивать. Я бы не назвал это вмешательством, на самом деле. О, магаз оружия. Если миссия здесь закончится, надо будет зайти прикупить что-нибудь. He will not pass me. И хера вас налетело. Как мухи на говно. Да ты... Пошел нахер.
пацаны. Прикройте, заебали. Да, куда я пошел? А, не, все нормально. Потери британцев. А, ништяк, а мне еще в форт залезть надо. Нет. Ну, короче, мне кажется, сейчас будет десинхронизация. Используйте оружие Пако, чтобы получить преимущество. В смысле? Вы о чем, господа? А-а-а. Бля, свои бы не ебануть. А где еще такое же? А, понял. Понял, вижу. Бля, лишь бы не сдохли. Хэштег, пацаны, живите. Есть. Ладно, этих ручками добьем. А, здесь можно было в парадную войти, ну ладно. Это я, ебубо. Подбежал такой, давай, это пацаны, ногами добьем. Итак, похоже, что так, но я его не вижу. А манускрипт? Вы... Сохраните его. Отнесите на Морриган. Это приказ. Приказываете мне? Полковнику? Я не в вашем отряде, полковник. Я займусь обороной, пока вы не вернетесь. Дерзко. А манускрипт, интересно, обязательно в руках нести, чтобы все видали? О, Кисигавася. Кисигавася. Думаешь, ты сможешь победить? Это еще одной левой ск. Убить Кисигавася из ружья Пакла. Тамплиер. Какое ружье Пакла? Вы о чем, господа? Умри! Думаешь, ты сможешь победить предателя? Ай, ёб твою мать. Умри! Эй, ты чё завис-то, придурочный? Думаешь, ты сможешь победить предателя? Не так сойдёт. А где он? Тамплиер! Думаешь, ты сможешь победить? И так сойдет. Ты способный предатель, Кисигавася. Кисигавася. Зачем же ты так? А как? Ты теперь наш враг, и Ахиллес тебя найдет. Ахиллес не прав. Не тебе судить. Тамплиеры обречены. Ты обречен. Монро. Так вообще... мертв. О чем ты? Лаем. А, он его к стеночке прижал. Спасите Монро. Ну, конечно, кто ж его спасет. Это же, блядь, как кино. Если задумали ушатать, ушатают. Полковник направился к докам. За полковником гнался здоровяк с топором. Как в фильме ужасов прям. Нахер эти крыши, блядь, я быстрее по улице, мне кажется, добегу.
desirable element is out. It's our duty to keep it. Гасите пламя, или тут все сгорит! Полковник, он там, внутри! Нет, внутри полковник. Чем прожарим хорошенечко и полковник, и себя, наверное. Манускрипт. Его забрал ассасин. Лайм. Я верну его. Я клянусь. Шей. Хорош был дядька. Кисигавася больше нету. Пиздец. А там остался, получается, Бабёха и этот адмирал. Причем их мы будем гасить примерно где-то ближе к концу, наверное. Тут сейчас обычно какие-то зарубы начнутся. Там подряд какие-то миссии пойдут. Я не помню только с какого момента. Может быть даже после вот этого сюжетного поворота. Вот. Там как-то быстро сюжет рассказал. Забудьте все, что там сказал. Вообще не знаю, зачем я это рассказывал. Вот. И опять я ни хера меч не поменял. А! Так, пройдем. Так, это мы... Считай, дома. Так, здесь оружейки нигде поблизости нет? Нахер. Вот сейчас, наверное, посвящение будет. Сейчас я тут все кипарис облапаю. Чарли. Клянешься ли ты отстаивать принципы ордена и бороться за его ценности? Клянусь. Никогда не выдавать наших тайн и не рассказывать о наших делах. Клянусь. С этого момента до самой смерти. Любой ценой. Клянусь. Тогда добро пожаловать в Орден. Теперь ты тамплиер, предвестник нового света. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Да, окончательное завершение становления на другую сторону. Все, надо меч и шмоточки, и можно смело дальше идти. Кораблик, я не знаю, буду ли апгрейдить. Мне кажется, и так нормально проходим. Понимаешь теперь? Теперь ясно, откуда такой интерес к Шею Кормаку. Бля, лишь бы не высовывали меня в современность. Не хочу. Не хочу. Хочу в оружейный магазик и дальше проходить. Может, будет уже, наверное, в следующей серии. Сука. Шей увидел мир таким, какой он есть. И только после этого выбрал свой путь. И уже очень скоро подобный выбор предстоит и тебе. Пиздуй отсюда. Я не рассчитывала на такой успех, но вроде ты на верном пути.
Пробиться к серверам внизу мы не можем. Но у тебя кнопка выключения на сиське. Мелани. Тебе туда. А это что за самба такая была? Сейчас ты ручками поводила. Запустить сервер. Ну давай сервер, наверное, запустим на этом. А, ну в принципе, может быть, еще и дальше стартануть. А, еще ехать куда-то. В Манду, ребят, короче. Поедем в следующей серии. Не знаю куда, не знаю зачем. Тут вон Far Cry 3 рекламирует. Ну а с вами был Фил Ранис. Всем пока и до новых встреч.